Кредитование сельского хозяйства продолжает расти. За год оно выросло более чем на 106 миллиардов тенге. По данным Национального банка, на 1 февраля текущего года банки выдали займы на 332,5 миллиарда тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, это больше почти на 107 миллиардов тенге или 47%. В разрезе регионов больше всего кредитов оформили в Алматы на 138,6 миллиарда. Тенге. В Северо-Казахстанской области и Нур-Султане на 19 и 18 миллиардов. Меньше всего займов выдали в Мангистауской на 868 миллионов тенге и Атырауской областях на 777 миллионов тенге.